выхлопная, главное, спереди. Впереди брони автомобиля вот такой вот BA-64. Вот такая вот машина показана. Вот смотрите, пила, лопата, там топор. С той стороны уже видели, да? Топор, лом. Вот так вот. Полный привод. В 41-м году, июль-декабрь, начали такие выпускать интенсивно. А с 43 по 45 таких было изготовлено 9110 бронемобилей. Бронемобиль. Подробный фильм можете посмотреть. Подробнее об этом смотрите в документальном фильме Д. Бызова «Последний солдат». Вот. Кому интересно, можете на паузу поставить, прочитать. Типа отстойника, что ли? Такой бронемобиль поддерживал пехоту. Автомат.